приглашаем посетить вас нашу заправку. Заправка, да? Да. Давай сначала. Приглашаем посетить вас нашу заправку. Здесь предоставлено то, что я. Кухня. И здесь предоставлена кухня. Я нервничаю. Можно? Приглашаем посетить вас нашу заправку 749-й километр автомагистраль Дон. Здесь находится бесплатная стоянка, кафе с домашней кухней, есть место отдыха для детей, летняя веранда. Я вот обратил внимание, тут автобусы у вас останавливаются междугородные. Да. Вот. Много. Постоянно. Положение определено. Ну, вот магазин такой на заправке. Я вот смотрю, магазин у вас на заправке. Что тут можно у вас приобрести? В нашем магазине предоставлено очень много видов различных товаров, необходимых вам в дорогу. Напитки, наверное. Напитки, автомобильные принадлежности, сладости. Добро пожаловать. Так, всем привет. Предлагаю вашему вниманию видео Москва-Крым. В чем отличие этого маршрута от размещенных ранее? Это в том, что вашему вниманию будет предложен альтернативный вариант проезда по бесплатной дороге в объезд трассы М4 Дон. Также в этом сериале вы посмотрите, наверное, ну, номер серии не скажу, не знаю, где скопилась огромная пробка под Ростовом. Стояние пробки составило более 5 часов. Пробка растянулась километров, наверное, на 10, если не больше. И на это было потрачено примерно полдня. Так, ну а выезд на Липецкую улицу буду выезжать по Шипиловскому проспекту. Сейчас не могу вспомнить, мне посовет. Кто же, по-моему, Александр VII предложил вариант. Через заповедник Царицына. Так, что еще? Затем, значит, вы увидите проезд по Крымскому мосту. Ну а далее Феодосия, Судак по берегу до Ялты. И, значит, финиш будет в Симферополе. Также вашему вниманию будет, ну, я уже в самом начале видео разместил место ночевки для отдыха, для привала. В самом начале видео администратор этого заведения, она любезно согласилась дать какую-то информацию. Вот в этом отличие то, что будет альтернатива
платной дороге и новый маршрут не через понтонную здесь переправу, а по мосту. У меня по новому этом крымскому мосту, который был не очень, по-моему, для постоянного движения хорошая ситуация с интернетом. 16 мая. За первый же день с меня мегафон снял 350 рублей. Осторожно, дети, ограничение 40. Хотя я пользовался интернетом в Яндекс.Навигаторе только для прокладки маршрута. Но здесь на Шипиловском улице, на Шипиловском проспекте, пересечение Шипиловской улицы и Новоцаренском шоссе, был ремонт, ну не ремонт, ну да. Ну, я могу сейчас сказать это, чтобы, используя Яндекс.Навигатор, уйти с платной М4 Дон на альтернативу, на объезд платного участка. На Новоцаренском шоссе идет ремонт дороги, поэтому на перекрестке скопилась такая пробочка, затруднение. Но это недолго, а далее было уже без проблем. На втором аккаунте это видео будет на аккаунте Видеодорог 2, это видео будет без ускорения и с оригинальным аудиокомментарием. Так, ну вот здесь, с левой стороны, с левой стороны Верхний Царицынский пруд, но его видно, я думаю, будет на экране. И затем... Впереди камера, ограничение 60. Да, что-то мне слишком громко орёт датакам. Ну а далее уже без затруднений, без пробок. Навигатор настроен на
трассу М4 на бесплатную. Посмотрю, насколько хватит у меня терпения по ней ехать. Ну, должен сказать, что и бесплатный участок вполне приемлем для движения. Специфика в том, что по одной полосе в каждую сторону на бесплатном участке. Ну, это уже по ходу, там сами увидите, какой вариант выбирать. Ехать по платному участку или по государевой дороге. Ну вот, Липецкая улица, тоже без проблем. А вот здесь я лоханулся. Нужно было ехать по навигатору, он тащил меня по бесплатному участку, в объезд платных участков, в этот, на Каширское шоссе. Но я вот понадеялся на то, что мне удастся с М4 Дон уйти на бесплатный участок. Потихоньку потом ушел, приближаемся к МКАДу, какую-то часть я проехал МКАД, по платному на трассе М4 Дон. Ну, трассу М4 Дон комментировать, наверное, не буду, потому что там уже много об этом сказано было мной. В предыдущих видео, это имеется в виду Москва-Севастополь, Москва-Симферополь, что-то неправильно отрегулировал я. По-моему, Дотакам установил, отключил функцию автоматического регулирования громкости. Движение вполне комфортное, поскольку это видео носит в основном справочный характер для автотуристов, автопутешественников. То комментарий будет по существу и ближе. Парная камера, контроль средней скорости, ограничение 70. А желающие посмотреть это видео с оригинальным звуком, это на втором аккаунте, но будет гораздо позже. Где
Кстати, хочу предупредить, ненормативная лексика возможна, поэтому, убавьте или отключите звук, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Условия движения комфортные. Фишкой этого видео я вот считаю три момента. Это первое, значит, в объезд платного участка. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 110. Второе. Это проезд по Крымскому мосту. И третье. Это движение по берегу моря. Не по Тавриде, по трассе Таврида, которая сейчас еще строится, а по побережью. Там будут вставки. Останавливался, сейчас уже не помню, где, по-моему, в Алуште, снял пляж. Так, то есть, выезжая фрагмент, стартуя в Москве, на 1-2-3, может быть, минуты. Нужно уходить на... Да нет, где-то порядка полутора-двух минут. Вот сейчас с правой стороны Каширское шоссе. И по нему, практически можно ехать, объезжая бесплатно. Опять-таки платные участки. Но я поехал по дороге регионального значения. На карте, которая вот будет в начале видео, это можно отследить. В этот раз я установил на датакаме длительность записи 10 минут. То есть в этой серии, в первой серии, ну и в последующих сериях, будет объединено 30 серий.
стараюсь как можно скорее обработать видео Москва-Крым перед сезоном, когда люди поедут отдыхать. Кстати, дальнобойщики называют отдыхающих моряками. Кто едет отдыхать в Крым или возвращается? Так и говорят. Это сейчас свободно, это вот май месяц, еще не сезон. И вот общаясь между собой, значит, делится впечатлениями, что будет, если вот здесь, кстати, можно было. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 110. Забыл, что говорил. А что будет твориться на четверке, когда начнется сезон отпусков? Сейчас просто ехать одно удовольствие. Так, движение. Что это там? Слабенькая интенсивность. Забегал. Слабая. А, это заправка. Едешь и практически ни о чем не думаешь. Ну, только глядишь на дорогу. Это заправляюсь. Кстати, в Крыму очень дорогой бензин, там что-то от 43 до 45, 92. Что, ехать будем или нет? Это на заправке настраиваю навигатор Яндекс. Все бы ничего. Если бы был нормальный интернет, только для навигационной системы. Ну, на трассе можно было купить. Сим-карту с интернетом, там, по-моему. Ограничение 50. Так, где-то прозевал я съезд. Почему не предупредил? Ну, он меня изначально тащил к бесплатному участку, но я не понял. Сейчас примерно на расстоянии с правой стороны, но в километрах, в километре или в двух, идет Каширка. Каширское шоссе. Я говорю, Москва, Крым, у вас будет реальная возможность посмотреть альтернативу бесплатной дороги, условия движения, состояние дорожного полотна, инфраструктура. Если такой вариант устроить, то без опасения можете двигаться по бесплатному участку.
какая интенсивность движения на бесплатном участке, условия движения. Несколько раз останавливался на трассе, пытался найти возможность съехать с платного участка. В конце концов съехал, но вот такой яркой наглядной информации о том, что есть альтернатива платному участку, такой информации нет. Очень хорошо это организовано после Краснодара. Там двигаешься по платному участку, и огромный щит, значит, показывает направление на бесплатный. И на платные участки. Бестолковщина на этих терминалах оплаты. Где-то безналичный расчет, где-то за наличный расчет. Ну, бестолковщина, одним словом. Приходится выбирать, вот так вот крутиться по площадке, чтобы подойти к терминалу, где оплачивают наличными. Так, с правой стороны вплотную подходит кошерка, кошерское шоссе. Можно было уйти, но, к сожалению, вот никакой информации о том, что есть бесплатный, тут отсутствует. Плюс ко всему, по-моему, съезд был перекрыт строителями. В общем, бестолково. В этом плане бестолково. Ну, как бестолково? Вот толково организовали коммерсанты. Ругать, хаять М4 Дон, конечно, язык не поворачивается. Но у водителя должен быть... У водителя должна быть возможность выбора, а не так. Едешь и едешь. Так, с левой стороны железнодорожная ветка Павелецкого направления. С правой стороны... Но это задолго до Краснодарского края, когда... Намерение было снять... Ну, ругаюсь, нервничаю. Государеву дорогу.
Еду ругаюсь. Потому что у меня цель была показать от начала и до конца бесплатный участок. Купит туфли, это контрафакт. С левой стороны, далеко от с левой стороны поселок и селок Ясово. Свои претензии почти высказал на этой лесопосадке. Еще впереди будут достаточно критических замечаний. По мере просмотра видео всплывают какие-то вопросы, какие-то претензии. Кстати, наверное, повторюсь, или если еще не говорил, отправляясь на автомобиле в Крым, чтобы проехать по мосту, по Крымскому мосту, не доезжая до Темрюка, есть поворот на дорогу, которая ведет к Крымскому мосту. Но я там проехал. Это мои вопли в салоне. Я проехал через Темрюк, ну, посмотреть город. Должен сказать, что в этом маршруте я проезжал через Воронеж, через Липецк, через Ростов не стал. Ну так, край Ростова захватил, потом что еще, край Краснодара. Или сейчас Краснодар проехал, уже не помню. Ну, это будет интересно смотреть в этом, в режиме без ускорения. Также на втором аккаунте, после того, как размещу там видео, вот стояние в пробке, там мало веселого в движении, поэтому на этом аккаунте я первый и последний ролик «Стояние в пробке» размещу, остальные, но смысла нет показывать 5 часов торканье. А вот на втором аккаунте будет в полном варианте, и ну, там можно будет послушать, вспоминаешь все, что водители в момент проезда думают о нашем правительстве. Крымского. Резкие, критические высказывания. Мосту. Крутой, это, конечно, мат, ощущение. Я предупреждаю заранее, что не нормативная лексика, и поэтому нужно или отключить, или убавить звук. Я у дальнобойщиков поинтересовался, как мне съехать с платного участка. Они подсказали, где это можно сделать.
Вот сейчас далеко с левой стороны идет Каширское шоссе. По идее, я хотел по нему ехать, по нему двигаться. Но в самом начале я сам допустил оплошность, ошибку, и предложенный вариант Яндекс.Навигатором избегать платные участки поставился. Поставил себя в ситуацию, когда вот в такую ситуацию, как оказался сейчас. Движение по платному и бесплатному, по государственной и коммерческой дороге отличается в том, что, как бы это объяснить, другое состояние души, другое состояние настроения. Там на государевой дороге, так там какое-то душевное равновесие, баланс, спокойствие, труднообъяснимое. Ну, здесь атмосфера несколько иная. С левой стороны Каширу проехали. И вот здесь я уйду. Ну, вы понимаете, что это не из-за экономии денег, а исключительно из желания показать вам альтернативу. Ну, смотрите внимательно, мне трудно угадать по времени этот комментарий, но я с трассы М4 Дон съезжаю вправо и ухожу. Впереди камера. Вот я ухожу с трассы М4 Дон на Р-22, называется Каспий.
Комментарий, по-моему, немного запоздает. Я уже уйду. Движение идет уже по Государевой. Вот тут вдоль дороги, слева не справа, я пока не вижу. Трасса Р-22. Ну, с левой стороны совсем далеко деревня Бурцево. Далеко впереди Каменка. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. С правой стороны населенный пункт Петеренко. С левой стороны, я говорил, Каменка. А это трасса Р-22 Каспий. Вполне приличное полотно. И разметка, и ровная. Вот видите, на Государевой дороге по одной полосе нет разделительных отбойников, и в ночное время двигаться не совсем комфортно, встречные автомобили слепят, возникает опасность ДТП. Если планируете двигаться ночью, то выбирайте вариант. Конечно, в ночное время, в темное время суток лучше двигаться по платному участку. На Государевой дороге тихоход. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 90. Тихоход собирает за собой хвост. Обогнать можно, но нужно... Ну, совершенно не к чему привязаться. Никаких населенных пунктов вблизи дороги я не вижу пока. Thank you.
Кстати, бензин на трассе М4 Дон выше, чем на участке государевой дороги. Это мой совет по использованию омывайки в автомобиле. Обыкновенная вода, этот из крана, несколько капель моющего средства, замечательно очищает лобовое стекло от масляных выхлопов вот впереди идущего там транспорта. Если просто воду использовать, то она размазывает эти масляные выбросы из выхлопной трубы предыдущего. И видимость гораздо хуже. Трасса НР-22 Каспий. Дорога Р-22 Каспий. Так, ну, эта поездка тоже... Впереди мобильный пост ДПС контроль разметки. Ну, ограничение 90. Не обошлось без сложностей. Сложности возникли с датакам. Значит, остановившись на привал, решил перебросить на внешний жесткий диск. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. И ноутбук отказался определять носители. Слава Богу, что у меня был под рукой карт-ридер. Пришлось вытаскивать карты памяти и через карт-ридер сгонять на внешний жесткий. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Сгонять через карт-ридер с карт памяти на внешний жесткий диск. С левой стороны деревня Беляева, примерно до километра расстояния, в километрах в 5, может быть в 3, деревня Глубокая. Это с левой стороны, с правой стороны Петрова.
Это я там что-то с правой стороны не очень далеко Шеметова, но это более-менее такой крупный населенный пункт. Ну, правый поворот, и дорога без названия. Нет, ну, название Р-114. Впереди с левой стороны населенный пункт Мочилы. Ударение ставьте сами. Мочилы. Интенсивность движения очень слабая. Замечательная дорога, вот деревья, такой зеленый коридор. С левой стороны, я повторю, Мочилы, населенный пункт. Ну, видно будет. И дорога Р-114. С правой стороны небольшой лесной массив.
привязаться больше не к чему. Это кратковременная остановка. Что-то с навигационной системой. А, кстати, я, по-моему, здесь отказался от Яндекса и установил MapMe, навигационную систему. Повторю, причина отказа от Яндекс навигатора. Это что-то жевать начал. В общем, я отказался от Яндекс навигатора и взял, открыл приложение MapMe. Карты офлайн у меня были скачаны. В принципе, можно и Яндекс навигатором пользоваться, скачать вот эти офлайн карты. Про борщевик я, беда российская. Полотно дороги временами разное. С правой стороны далеко впереди поселок Первомайский, совсем далеко справа Шишлова. Далеко впереди Гремячие, поселок Гремячие. Вблизи поселка Гремячие левый и правый повороты Р-132. И с левой стороны населенный пункт Пушкари, река Проня. Река Проня, эта река идет в Рязанскую область, город Пронск. На реке Проня стоит старостеклянный спиртзавод. Какое-то время я там работал. Вспоминаешь вот это состояние, когда выходишь, когда работал в старостеклянном. Такое спокойствие, вот как будто в воздухе висит блаженство. Ни суеты, ни толкотни. Ну, натурально, как в раю, наверное. Все размеренно, доброжелательно, что ли. Хорошее было время, помню. Река Проня. Кстати, и рыбку там можно ловить. На реке Проне стоит город Пронск.
Ну, техническая остановка. Это я перестраиваю с Волгограда на МАПМИ, по-моему. Не Волгоград ставлю целью финиша, а Ростов-на-Дону. С левой стороны, напомню, ну, вплотную к дороге Гремячие. Далее река Проня змеей извивается. Пушкари, населенный пункт, Стрельцы, населенный пункт и Пронское водохранилище. Совсем далеко слева населенный пункт Красный Богатырь. Далеко впереди слева деревня Тетяковка. Деревня Тетяковка. Ну, двигаясь по таким дорогам регионального значения, наверное, расслабляться не приходится. Это вот на трассе М4 Дон. По платному едешь, ну, совершенно ни о чем особо не думая о трассе. Дорога приведет туда, куда сама приведет. А вот здесь нужно уже выбирать, по какой дороге двигаться. Чтобы не заблудиться. Анекдот я, по-моему, рассказывал. Заблудиться элементарно. Анекдот про навигатор. Навигатор есть говорит. Такой анекдот я, по-моему, уже рассказывал. 1575 километров поверните направо. Так, с правой стороны Сокольники, Спасская, шахта номер 35. Северо-Задонск, Иваньково, Задонье, ну это впереди и далеко справа. Ширинский, Верходонье, Придонье, Задонье, такие названия деревенек. Впереди город Кимовск. Ну вот город Кимовск, это вот малые города России. Кстати,
У меня очень такое теплое, приятное воспоминание о таких городах, что атмосфера прям витает в воздухе такого спокойствия. Я повторю, скажу, что это нет суеты, нет толкотни. Душевное равновесие по сравнению с мегаполисами, конечно, совсем другая атмосфера. И люди там более душевные, что ли. Ну вот пригороды Кимовска. Кимовск с правой стороны за деревьями. Оживилось автомобильное движение. Задели немножко край города Кимовска. Впереди плохая дорога. Да. Ограничение 20. Вообще пугает так. Так, двигаемся по дороге Р-145. Ну, проехали Кимовск. Посмотрели вы, мы смогли увидеть кусочек города. Здесь стоит радар, вернее камера, радар, детектор. Белка реагирует на его излучение. Ну, судя по домам, благосостояние у людей разное. Во время движения в Крым, что в России, что в Крыму, много продается недвижимости. Стоит домик у дороги, надписью «Продаю» и номер телефона. Далеко впереди слева Краснополье, совсем далеко впереди и совсем далеко слева Машково, Машково. Это с левой стороны, с правой стороны Люторичи. Дорога петляет. Вообще-то, отправляясь в поездку дальнюю, и выбираете вариант не федеральные трассы, а, например, как сейчас. Вы есть платный дорог, то немножко... стороны вплотную к дороге
Кимовское водохранилище. Впереди город Епифань. Проедем через него. Малый город России. С правой стороны деревня, наверное, Козлова. Совсем далеко справа Ракитина. Деревенька, надо полагать. Примерно 10 часов тому назад разместил видео «Крымский мост 2018, 25 мая на автомобиле». Не прошло еще и суток, а количество просмотров приблизилось к 800. Чуть больше 800 просмотров. Я снимал видео проезда по Крымскому мосту сразу с двух точек на лобовом стекле. Так сдохнуть можно от испуга. Вот на лобовом стоял датакам, на заднем Акиноре. Ну, оба видео разместил. Интересно будет, посмотрите. Ну, Епифань, я думаю, вы можете вернуться. Аудио не совпадет с картинкой. Проехал через город Епифань. Обратите внимание, что больше грузов дальнобойщиков почти нет на таких участках трассы, на таких участках дороги. Трасса Р-145. Вот название носит дорога улица Р-145. Остановился, техническая остановка, помыть лобовое стекло, потому что там машкара заляпала, его протереть. Забыл взять с собой брызгалку, поэтому влажной замшью. Насколько можно было, почистил лобовое стекло.
И в путь. Повторю, Р-145, улица Кимовская. Ну, такое название на карте. Далеко слева. Воронеж. Воронеж. Что такое? Сказал. Так, впереди река Казановка. Да, я еще пользовался скачанным приложением Google. Что-то у меня тоже не пошло, или интернет он затребовал. Не помню. Справа по ходу в стороне Софьинка, Николаевка, впереди Покровка и пока. Напомню, что это улица Кимовская, Р-145. Вполне приличное дорожное полотно, разметка, обочинка небольшая. Знаки. С левой стороны Сухановка, деревня, совсем далеко, ну как далеко, в 2-3 километрах с левой стороны по ходу. Впереди река Дон. Так, впереди интересное место, Куликово поле.
Дорога называется Кимовский Пифань, Куликово поле, Кресты. Ну, я все в ускоренном режиме будет. А вот без ускорения интересно будет, наверное, посмотреть, кому это на самом деле интересно. Река Смолка. Здесь музейный комплекс будет Куликово поле. Я думаю, из учебников истории вы это знаете, слышали Куликово поле. Вот чуть дальше. С левой стороны будет Красный холм, Куликово поле, комплекс музейный, музейно-исторический. Значит, напомню, эта дорога называется Кимовск-Епифань, Куликово поле, Кресты. Впереди будет круговое движение. Я немножко проскочил, не там съехал, потом вернулся назад. Слышите, наверное, как тормозит. Это Яндекс.Навигатор тормозит. Вот я на это хотел бы обратить ваше внимание. И вот с таким тормозным навигатором, с таким тормозным интернетом, приходится иметь дело. С правой стороны Ивановка, деревня. Временами разворачивал камеру на то, чтобы обратить ваше внимание. Но это для тех, кто будет рассматривать в нормальном режиме. Дорога без названия и без номера. Сейчас принимается решение заехать в город, в Воронеж. Заедем
мегафон, связь нормальная, телефонная. Теле 2 смотрю по настройкам, ни хрена нет. По сигналам. Сигнала от Теле 2 нет. Я уже неоднократно говорил в комментариях и просто, что, на мой взгляд, для дальних поездок, я имею в виду не только на юг, на восток, это мегафон. И мегафон обделался своей алчностью. Впереди деревня Рыходка, и это с правой стороны, и с левой Воскресенская. Сколь-нибудь значимых точек для привязки не вижу. Впереди далеко Березовка, деревня и река, одноименное название. Ну, затащила, да? В места. Ну, просматривая видео, можете определить качество дорожного полотна. Конечно, в зимнее время тут ехать я бы не рискнул, потому что, наверное, все в снегу. Березовка. Березовка. Населенный пункт. Впереди железнодорожный переезд. Станция Политова. Thank you.
временами разворачиваю камеру. Наверное, обратили внимание. С правой стороны Малинки, деревенька. Так, с левой стороны впереди по ходу Данков город. Мало того, что красиво, на мой взгляд, немаловажный момент, то какая тут аура, как говорят, или атмосфера, чувствуется на поверхности кожи тишина, спокойствие, нету суетливости, нервотрепки. Ну, я заканчиваю. Я заканчиваю свой комментарий. До следующей серии. Thank you.
мой взгляд, вот отдых, смена обстановки, это вот дороги, поехать. Ну все, я заканчиваю. Комментарии. Смотрите следующее видео.